Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи поэтессы Раиса Медуница Вараксина. Композиция называется «Звучит мелодия моя». Музыка исполнения Соломона Лафрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Звучит мелодия моя, душевная всегда. Звучит мелодия твоя, чарующая года. И дивно вечная она, ее не описать, творение Божие сна. Любовь и благодать, и дивна вечная она, ее не описать, творение Божие сна. Любовь и благодать, и нет похожей на земле, и сказочных высот пивали в городе, в селе. По нотам и без нот, и нет похожей на земле и сказочных высот певали в городе, в селе, по нотам и без нот. Звучит мелодия твоя, похоже, не слыхать, вторит мелодия моя, любовь и благодать. Звучит мелодия твоя, похоже, не слыхать, вторит мелодия моя, любовь и благодать. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт» «Звучит мелодия моя». Стихи поэтессы Раиса Медуница
Враксина. Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».